И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и сегодня посмотрим, или даже пройдем, не знаю, игрушку под названием Dead Truth The Dark Path Ahead. В общем, не знаю, как это перевести, какая-то мертвая правда, не знаю. В общем, говорится, перевод тупой. В общем, это у нас инди-хоррор, он причем такой довольно-таки серьезный, он эпизодически, это первый эпизод. Не помню, про что он, давайте разбираться, вроде как вещь неплохая очень. Так, New Game, здесь причем какие-то нужно поднимать объекты, там с ними взаимодействовать. Play. Что-то там крутить, вертеть, читать записки, там можно мысли персонажа читать. В общем, не знаю. Единственное, что меня пугает, что нельзя было включить субтитры, поэтому... Если сейчас будет что-то говорить, я могу ничего не понять. Так, предупреждение. В общем, игра содержит сцены насилия, использования наркотиков, страдания и, в общем, матершину. Вы играете за персонажа, которого зовут Майкл Андерсон, который живет... Короче, потерял смысл жизни, он что-то там. Ну, короче, вся жизнь его стала кошмаром. В общем, переживает потерю обоих родителей и жены в трагической катастрофе, видимо. И, короче, еще одна трагедия – это загадочное исчезновение его брата Люцифера. Ну, в общем, в связи с этим он начал там принимать наркотики. Короче, постоянно его окружал, короче, ужас, потери и грусть. В общем, он решил... искать его пропавшего брата и раскрыть правду ужасного инцидента. Но пока он, короче, блуждал во тьме, он понял, что упустил он, короче, шанс жизни и был, в общем, полностью подавлен в этот момент. Он, короче, шагал во тьму, пока, в общем, сам медленно не становился тенью. Вы, говорит, хотите войти в неизвестность? Ну давай, слушай, прям, мне так интересно, такое описание, прям такое, ух, чем-то Outlast'ом отдает. Такое вот есть немножечко такое. Атмосферка. Мы живем так же, как и спим одни. Джозеф Конрад. Окейушки. Так, среда, 8 октября 2003 года, 16:52. Время. Как-то тихо, чтобы чуть погромче сделать, наверное. Ну, сейчас уже видосик закончится. Да, слегка слышу дождь. Тик-тик-тик. Да, кстати, надевайте наушнички. Прямо в игре вначале было предупреждение, что играть нужно в темноте и в наушниках. Ну, впрочем, как всегда. Это же хоррор, так надо. Для, так сказать, полного погружения в атмосферу. Ну, так, вижу таблеточки уже. Ага. Сейчас записываю игрушку, сейчас должен выйти резидент через пару часов. Ну, пока занять себя, чтоб решил посмотреть этот хоррор. Люблю я хоррор. Так, сейчас, секундочку. Так. Ч
Что-то как-то очень странно, он смотрит вниз. Он по бокам, короче, быстро. Чекпоинт достигнут. Хорошо. Что-то с моим зрением, по-моему, не то. Ну-ка, я могу брать? Не могу. Короче, походу под чем-то, потому что у меня такое. Опа, книжечка. Так, как там лице можно крутить? Че там? Непонятно. Бросать можно. Какая замечательная картина, слушай, прям. Точно наркоман какой-то. Так, ладно. Как дверь открыть? Ага. Открой. Так. Что тут у нас? Опа. Подобран ключ. А, понятно. Бля, что-то как-то очень. Это ванна или что? Насрано, что ли? Что это такое? О, водичка. Давай попьем. Она прилипла к стене. Ладно. Игрушка сделана на Unity 4. Вроде так выглядит неплохо, кстати. Так, Press V to view. Так, описание. Фотография женщины. В общем, мысли персонажа. Прекрасная, такая прекрасная. Я потерял ее. Не могу жить без нее. Она была ангелом моей жизни, причиной, в общем, идти вперед. Она умерла, и, в общем, часть меня была стерта. Моя душа сломалась, ну, в общем, была ранена. И ее невозможно излечить. Я чувствовал пустоту, как будто мир горел, ну, сгорел вокруг меня. В общем, в пламени страха и страдания. В общем, и вообще нет никакого способа спастись. Я могу видеть только тьму в общем, могу видеть только тьму, которая меня съедает меня живьем. Я тень в этом мире, медленно. В общем, медленно, ну, типа угасающая, без какого-либо воздействия. Что-то музычка громкая какая-то. Это, видимо, его жена. Насколько я понял. Так, что у нас на кухне? Опа, хлопушки. А, не, сафари, соль. Ага, понятно. Собакин. Ух ты, мать. О, сосисочка. В смысле? Сосисочку не берет. Бокалы появляются. Так, у нас, смотри, здесь не особо ничего интересного нету. Поэтому, думаю, нам пора сюда уходить. Еду, так. Чё я? Я, говорит, не взял еще все свои вещи. В смысле, какие вещи? О чем ты говоришь? Мусор выкинул, что ли, забыл? Или чё? Какие ты вещи хочешь забрать? Рюкзак, может? Ладно, все. Надеюсь, так бегать не может бегать. И прыгать не может. Странно. Вот, теперь все забрал. Хорошо. Так. Управление какое-то кривое, если честно. Так. Стул валяется. Странно. И кто там гадюшники живут, он тут бомжатник, смотри. Футбол смотрит или бейсбол. Прыгать не могу, что-то странно творится. Ну, короче, так, там жизнь кипит какая-то. А мы тут такие, твою мать. Да куда я пошел? В смысле? Как выйти-то отсюда?
Может, что-то надо. Мне кажется, у меня управление просто не все работает. Ничего вообще не работает. Интересно. Кривенько играть. Почему что-то сделать надо, я не сделал просто. Поэтому меня игра не пускает. Вы к соседке зайдем, попрощаемся, там, не знаю. Не, не хочет. В смысле? Я установился. Ну такой, сам себе на уме. Хотели смотреть. Ну что делать? Велкам. Все, обратно не могу пойти, слышь. А что делать-то? Что-то непонятно. Ха, прикольный коврик с собачкой. Открой. По-братски. Что-то я не пойму, короче. А тихо, чё? А, вот так вот, нихера себе. Ну прям какой-то пиксель-хантинг, слушай. Так. Куда-то мы тормозим. FPS, короче, где-то 5 кадров в секунду. Да, походу так и есть. Когда на москвиче поехал куда-то. Black, черная одежда представляет. Громковатый как-то. А можем это пропустить как-то? Игра Рукаса Скирквекиуса. Господи, что за имя? Сложное слишком. Грек, что ли, какой-то? Или латыш? Не знаю. Так нельзя. Прибалт какой-то вот такой вот. Тогда понятно, почему так медленно все. А, мертвая или смертельная, да, мертвая. Мертвая правда. Темный путь впереди. Что-то мне уже игра не нравится, если честно. Ну посмотрю, сейчас может как-то выдаст что-нибудь такое прям. Ух! И мы такие, ах. Но что-то, мне кажется, нет. Кстати, загрузка, как в этом, в Outlast. Я жду, прям напоминает. Крутящийся кружочек, не знаю, почему-то прям вот очень напоминает. Чекпоинт. Так, опять почему-то у меня... А, ну, смотри, ладно, нормально. Так. Ладно, еще скажите, что это не Outlast. Слушай, мне кажется, купи Outlast вообще, в принципе. К этому. Пикап документ. Слушай, это копия. Так, регистрационная форма, контактная информация, имя Бревит Миллер, адрес Лос-Фелис, бульвар Лос-Фелис, короче, город Лос-Анджелес. Штат Калифорния, почтовый код такой-то, имейл, номер телефона. Так, информация о машине, короче, год 79, цвет синий, Volvo, Volvo 66. Понятненько. Интерфейс, слушай, они скоммунизили все, короче. Только еще добавили вещь такую, что можно
А не, нельзя. А, можно, смотри. Передвигать вещи, короче. Что там? Опа. Это что, батареечка, что ли? А что тут было? Вон, пойдем. Ведь это что, это Outlast, короче. Смотри, даже похоже. Они что-то знают. А что сделать-то надо? Вот чё-чё, а клона Outlast-то я еще не видел, по-моему. Что-то подобрал. Можешь какую-то кнопку нажать, на, слушай. А, ну вот, наверное. В смысле, у меня есть ключ. Инвентори. Смысле? Что это? Это окей. Старый металлический ключ. А, о, смотри. Так, по идее должны открыться ворота, походу. Что-то голимый Outlast. Фонтанчик, смотри. Чекпоинт ричит. Здесь можно мысли, короче, персонажа читать. Вот. Ага. Слушай, по... Я тебе серьезно говорю, это копия Outlast, только на Unity. New South, смотри. Что ж, это то место, где мой брат работал, в общем, последние 4 месяца. Он никогда не говорил, в общем, об этом. Но я, говорит, никогда не спрашивал. А, я... Что такое? В общем, он держался в секрете, и... Я все, говорит, не знаю, почему. Я просто надеюсь, что он в порядке. Это, говорит, все, что сейчас важно для меня. Слушай, мне нравится. Это что такое? Парень не корял мне был. Это что так? Понятно. Marco Corporation. В общем, закрыто тут. Объекты появляются. Батарейки садятся. Да в смысле, что ты застреваешь? Ага. Ну мы вошли. Это уже хорошо. Верь тому лишь половине того, что видишь, и ничему, что слышишь. Эдгар Аллан По. Хороший писатель. Твою мать. Час ночи. Да блин. Батарейка. Ага. Ну прикольно такой, слушай. Документ, как там? Так, октябрь 23 октября 72 года. В общем, подписанные правила UTS от генерального шерифа. Все работники, которые не имеют, короче, степень Z2. Короче, им нельзя заходить в зону сектора X. Без разрешения. Все работники, в общем, что там, доставляются каждый месяц. Что по их стоит лабораторной статистике или что такое. В течение того времени, пока они работают, нельзя вообще, запрещается покидать всю рабочую территорию без разрешения.
пока, в общем, рабочее время не истечет. Каждый работник, короче, должен проработать что больше 6048 часов. Странно. В общем, работник, нарушивший одно из этих правил, незамедлительно увольняется. Сурово у вас тут, слушай. Открывается. Ладно. Че? Ведерко. Ага. Хорошо, пойдем дальше. Отвечай, Галима, Outlast. Прям вот. Сразу повеяло, вот не знаю почему. Твою мать. Так, новое. Так, исследовать зону. Ну, в принципе, логично все. Тут еще как-то можно, короче. Какой-то HD режим, короче, врубать, врубать. Чтоб типа батарейка не сажалась. Жутковато здесь, слушай. Проверим. Закрыто. Интересно, как здесь будут пугать. Прям интересно. Так вообще ни хера не видно. Так, смотрим. Персональная записка один. Черт. Что там? А, блин, нихера непонятно. Короче, что-то там работало несколько, короче, пару месяцев. Короче, ему что-то там не платят. Что выбросили как животное или относится как к животному. Короче, они попросили, типа, поработать меня в том ужасном тоннеле. Но они, говорит, даже и... А, или наоборот, они, типа, что-то обещали не работать в этом жутком тоннеле, но, говорит, эти ублюдки даже пальцем не пошевелили. В общем, это место, говорит, похоже на ад. У меня, говорит, башка болит. Не могу, говорит, больше ни секунды здесь находиться. Я ухожу. Все, говорит, я все, говорит, не могу больше. Говорит, типа, я и до этого думал об этом. У тебя, говорит, я уверен. К черту это место и каждого здесь. Все, я, говорит, пойду, короче, к менеджеру завтра. Что-то там. Короче, свалить хочет ему. Не понравилось ему, что тут работает. Говорит, не хорошее место такое. Там вода хорошая, конкурсы интересные. Ой, я могу бегать, мне это не нравится. Расчеркнули куда-то. Не, давай я жди буду. А то чё как лохи, короче, такие. Паньки. Так, коды. Окей.
Понятно. Ну ладно. Какие-то коды. Шкафчики. Можно в шкафу прятаться. Что-то мне это напоминает. Ладно, что в компьютере? Ага, вот так вот, да? А ну-ка, давай посмотрим. А, вот, смотри, 12, короче. 6, то есть М 14,2 H, М, H. М, H, 3. Точка. H3, точка. Два, пять. Так получается. MH3, точка, два, пять. Давай попробуем. В общем, MH3, точка, два, пять. Опаньки, смотри-ка. Все просто оказалось. Так, результаты исследований. Что-то... 5, 8, 20, 25, 11, 31, 15, 17, 22, 33. В смысле? Ладно. Так, ладно, говорит... Я реально не знаю, почему я это делаю, но почему я решил написать это, в общем, эту штуку. Но я просто хочу написать мои дневные эксперименты. А, мой опыт. Может, это тупо и просто трата моего времени, но в любом случае я пытаюсь. Ладно. Так, с чего бы начать? Ну, конечно, отсюда. Ты можешь поверить? Я не... Я, в общем, окончательно, в общем, принял возможность работать. В общем, у меня появилась возможность поработать в одной из огромнейших корпораций, в общем, в мире. Вообще, откуда такое, короче, как такое могло произойти? Но в любом случае, я здесь. После, в общем, долгого времени я сделал это. И только, говорит, одна вещь, которая мне нужна прямо сейчас. Это все, короче, не проебать. Я работаю в каком-то подземном туннеле. Не то, говорит, что я ожидал, но... Что уж поделать, говорит. Люди здесь очень тихие, серьезные все время. Нельзя, в общем... спросить что-либо, а из чего у них не спросишь, они тут же раз, он что-то разворачиваются, улыбаются, короче, и уходят. Это немного, говорит, жутковато выглядит. Моя, в общем, работа, это, что там, перебирать различные документы, это более или менее что-то там, в общем, какие-то уникальные штуки, находить, короче, всякие специфичные, в общем, проверки в различных транзакциях. Немного скучновато, конечно. Много это все же работа из работы. Говоря по правде, в общем, не то, что я ожидал. В общем,
Это, говорит, очень скучно, еще, говорит, всякие эти правила нужно соблюдать. Ух, твою мать, сколько текста. Мы работаем 18 гребаных часов. Я, говорит, не могу вернуться домой к своей семье. Говоря по правде, я не могу вообще, говорит, отсюда уйти до тех пор, пока, в общем, мой контракт не истечет. В общем, они платят хорошо за эту работу, но я не знаю, это место... Короче, такое ощущение, что это какая-то тюрьма. Может, я просто параноик, может, просто это не то, типа, накручиваю себя. Ну да ладно, я работаю здесь 2 недели, а, уже отработал 2 недели, и все эти 2 недели были загруженными. Причем у меня очень странное чувство по поводу этого места. Я слышу странные звуки. Пара рабочих, в общем, перетаскивали тяжелый груз. Ну, это было очень любопытно. Они ничего не говорили. Ну, где я ничего не спрашивал. Черт возьми, я не могу работать с этим шумом в моих ушах. Чертовы ублюдки. Кто там что-то там. В общем, я спросил одного, но он говорит, просто проигнорировал меня и ушел. Даже не посмотрел на меня. Ублюдок. Каждый день я работаю в этом месте, и я, короче, все больше, с каждым разом все больше и больше ненавижу это место. Меня оно совсем не устраивает. Вообще, это должно было стать работой моей мечты, а теперь я ненавижу чертово место и люди, которые работают здесь. Какие-то больные на голову. Я не могу, говорит, ни у кого ничего спросить. Когда я начинаю спрашивать кого-либо, просто уходят, оставляя меня в дураках, жутко улыбаются и, в общем, типа поворачиваются, смотрят на меня, типа, как на идиота, жутко улыбаются и уходят. Я вообще, говорит, ничего не понимаю. Что, говорит, это за место такое? Много текста, слушай, в корзине ничего нету, ничего нету. Ну, хер его знает, слушай, закрой. Меню, что там, документы. Так, Варахо, Дэниел Смит. Что-то, короче, бланк какой-то или что, непонятно. Что еще есть? О, Гемис, М-гейм. О, нельзя поиграть, ублюдки, даже поиграть не дают. Что еще есть? Корзина, записки. В общем, то же самое пишет, что вы ненавидите это место. Что-то какого-то парня привели вчера. Ой, понятно, короче, новичок какой-то. Ладно, как отсюда выйти? Так, тихо. Как выйти? А, вот, выключить. Ну такое. Ладно, пойдем дальше, не знаю. Как батарейку поменять? К такому жизнь меня не готовила. Чё? Чё? Что это за проволока? Я, говорит, не эксперт, но выглядит как, типа, растяжка. Я бы лучше это не трогал. Почему, откуда здесь ловушки вообще? Нахера они тут нужны? Нужно будет аккуратнее и не пересекать, в общем, их. Нужно, короче, найти что-нибудь, чтобы... Так у меня, говорит, не будет шанса никакого. Так, где инвентарь? Что там с батареечками делать? А, вот так вот.
Ладно, и чем я можем перегрызть эту херню? Я что-то не видел ничего, что мне помогло. Зарядку вижу. Ну, пойдем посмотрим, как может что-то появилось. Или что-то не увидел я. Ничего нету. Не застревай, только тебя прошу. Может, сейчас придется куда-нибудь обратно выйти. Лестница. Так, ну это явно не подходит. Это тоже. Может, надо на улицу куда-то выйти и там... Календарик. Бежим мы сюда к херам. А я сюда могу выйти вообще? А я не могу выйти отсюда. Бля, таких хера не видно. Ладно, а чем я могу перерезать штуку, если тут ни хера? Господи, не лагает какой-то, прошу. Может, здесь что-то валяется? Значит, ничего не видел такого. Понятно. Вроде ничего такого нету, не знаю, не вижу. Ни кусачек, ничего такого. Только ведра какие-то стоят и все. А еще раз здесь осмотримся. Кирпичи лежат. Странно. Баллон с газом. Сюда можно? Сюда нельзя. Кассета лежит. Можно кассету взять? Нет. Так, какой-то no fucking way прям. Так, полагайся, пойду, я умру, короче, просто. Мне это ни хера не нравится. Я даже не знаю. О, можно вот так ходить? Что-то, короче, ничего я не видел. Не знаю, где что брать. Ладно, короче, давайте, наверное, на этом... заканчивать. Такая игрушка, видите, полностью слизанная, так полагаю, с Outlast. Там что-то свое, конечно, добавили, немножко сюжет изменили, но в целом это прям вот, даже заходишь сразу на это здание, сразу видно, что сперли с Outlast. Не знаю, это может быть забавным, может быть даже страшным. Думаю, стоит это поиграть. Не знаю, когда выйдет следующая серия, потому что сейчас выйдет Resident, и мы будем заниматься практически, ну, сейчас первое время больше будет Resident выходить. А потом уже все остальное. Вот, ну, думаю, продолжим играть в эту игру. Ну, хотя бы еще серию, может, две. Чтобы там окончательно уже разобраться, стоит в это играть или нет. Ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Twitch канал. Все ссылки будут в описании к видео. А на этом все. С вами был Данил. Всего хорошего и всем пока.